Добрый день, уважаемые подписчики. Вы на канале Андрей Флорида. Сегодня у нас автомобиль Volkswagen Passat 2007 года выпуска, 2 литра автомат. На этом автомобиле мы сегодня заменим передние шаровые опоры. Для этого поднимаем автомобиль, снимаем оба колеса и меняем опоры. Вот, пошевелю рулем. Вот такие вот идут неприятные звуки. Поднял автомобиль, камера не включилась. Открутил снизу гайки, 3 штуки, гайки на 16. Сверху у нас на шаровой гайка на 18. Дальше шаровая упирается в пыльник привода. Попробую ее просто отстучать здесь. Надеюсь, что выйдет. Если нет, тогда придется открутить привод и ставить съемник. Все, отбилось. Буквально чуть-чуть не хватало. Но, как видно, остается место. Поэтому, чтобы вот так вот не клепать, нужно съемник ставить. Но, чтобы съемник поставить, нужно привод снимать. Берем новые шаровые. Шаровую опору будем использовать фирмы Limfjordur. Номер ее... 2-4-9-02. Это правая сторона. В комплекте идет шаровая опора. Снимем защитный чехол. И 3 новых гайки. Мажу резьбу и устанавливаем шаровую.
А новая гайка уже на 17. А нет, на 18. На 18, да, все верно. Так, ну что, правую шаровую мы заменили. Ставим на место колесо. И аналогичным образом мы меняем вторую сторону. Номер левой шаровой. Двойка, три девятки, 8, 0, 2. Это левая сторона. Также идет в комплекте три гайки и шаровая опора. На этом замену шаровой опоры мы закончили. Всего вам доброго!